Встреча победителя. Паралимпийца Артем Громов с медалями Всемирных игр специальной олимпиады в Абу-Даби. Цена этой победы – упорные тренировки. Первый, пока единственный паралимпиец международного уровня во всем Подмосковье, Артем Громов пришел в бассейн 5 лет назад. Диагноз «умственная отсталость» серьезный, но не повод отказываться от мечты. Парень не раз одерживал победы на соревнованиях, вот и сейчас – полный комплект наград. Золото на эстафете, серебро на 100-метровке кролем и бронза на 100-метровке баттерфляем. Тяжело было победить, но я терпел это. Дальше продолжать, пока на месте на одном уровне не застряну и пока вниз не пойду. Поздравляю чемпиона его младшие коллеги. Для них он пример. Вдохновляет на спортивные подвиги. Мне хочется таким же, как он, стать и тоже выигрывать первое и второе место. Даже гран-при. А что ты готов для этого сделать? Я для этого готов на все. То есть учиться, плавать хорошо, добиваться успехов и медалей. Я хочу быть чемпионом! Но одного желания мало. Нужен труд и четкое следование рекомендациям тренера. Ольга Белова тренирует спортсменов с ограниченными возможностями здоровья много лет. Именно она помогла Артему раскрыть потенциал. Для своих воспитанников Ольга – требовательный наставник, как в бассейне, так и в жизни. Его знает весь клуб, все с ним адекватно общаются, его здесь очень уважают. И на самом деле хотелось бы отметить, что он окружен действительно хорошими людьми, поэтому он прогрессирует. Когда человек или ребенок, и, соответственно, человек растет в атмосфере любви, уважения, когда понимание есть, хорошие отношения, он всегда прогрессирует. В группе Ольги дети разных возрастов. Каждому умеет найти свой подход. Дарья Портной 8 лет, почти год занимается синхронным плаванием. В бассейн ходит с младшим братом и сестрой. Ольга меня научила плавать. В 6 лет я прыгала в бассейн, но плавала по собачьей, а Ольга меня научила плавать. В спортивной академии «Максимум» занимается 500 детей. Впереди у них долгий путь к наградам и медалям. Но все начинается с малого. Я просто очень люблю плавать и тренироваться. Ксения Брагина, Дмитрий Бочаров, служба новостей.